прошлом году свои жилищные условия улучшили 297 многодетных семей. Это в 3 раза больше, чем в 2017-м. Сегодня в городе на учете нуждающихся в квадратных метрах состоят 573 чадолюбивые пары. При наличии желания и возможности строиться можно сразу после постановки на учет. Когда им высылается извещение о постановке на учет, в этом же конверте высылается приглашение на строительство. На сегодняшний день есть возможность улучшить жилищные условия всем многодетным семьям, состоящим на учете в Бобруйском горисполкоме. Всем 573. Планы, графики строительства домов для многодетных семей разрабатываются и утверждаются ежегодно. В Бобруйске в нынешнем году поставлена задача улучшить жилищные условия 203 многодетным. В перспективе в 5-7 микрорайоне и на улице Ульяновской появится почти 13 500 квадратных метров жилья. Поддержка оказывается по 240-му указу президента. Если брать по основному долгу, то это 95% гасен государства при наличии 3 несовершеннолетних детей и 100% при 4 несовершеннолетних детях. Упрощенные условия строительства жилья для многодетных семей – это одна из более чем 60 мер по развитию строительной отрасли, предусмотренных 8-й директивой президента. Другая важная тема – комплексное развитие жилых территорий. В будущем приоритет будет отдаваться тем застройщикам, которые гарантируют строительство не только домов, но и садов, школ и поликлиник. Елена Кутузова, Максим Галионко, Бобруйск, 360.